Всем привет! В этом видосе я буду рассказывать, как я делаю обложки для типов на Ютубе. Оставлю ссылочку на них в описании. Они делают реакции на русскую музыку. Вот как раз я делаю для них обложку на музыку Lil Drakhil'а, последний его трек. Соответственно, для начала, как происходит вся работа, они кидают мне фотки, и, соответственно, я вырезаю их. Вырезаю фон и блюрю его. Пока что смотрите, дальше я буду дополнять все, что я делаю на экране. Вы спросите, для чего я вырезал их, если можно просто сделать без вырезания и прочего. Я это делал для того, чтобы вот так закидывать обложки на задний фон, блюрить их, добавлять свечение, так картинка становится более объемной. Захожу для этого на Genius, копирую обложки, изображение ее, копирую название артиста и трек, чтобы не ошибиться нигде. Смотрите, как я это буду делать. В ускоренном режиме поставлю на фон музычку. Объяснять тут особо нечего, надо просто смотреть. Так, по итогу мы добавили свечение обложек, тень на задний фон, свечение у кресел, людей. Все это сделано для того, чтобы придать больше контрастности, объем картинки. Начинается самый сложный этап, как по мне, это подбор текста, его редактирование. Для этого я специально иногда вечером сажусь на какие-нибудь порталы, захожу со шрифтами, ищу именно шрифты кириллические, потому что кириллица очень сложная для работы и очень мало там качественных шрифтов по сравнению с английским. Поэтому начинается жесткий подбор, как вы можете видеть на ускоренном варианте. Сейчас будете смотреть это конкретней. После того, как я наконец подобрал текст, начинаю его редактировать. Во-первых, это создаю пустой слой, добавляю на нем кисточкой мазки.
чтобы выделить текст. После редактирую сам текст. Это меняю его цвет, добавляю на слово Amphibian светящуюся тень в панели Drop Shadow и обводку небольшую для названия артиста, также для выделения. И закидываю пузырики в работу, чтобы придать какого-то шарма, благодаря тому, что трек передает настроение подводного мира. Ну и в целом все, дальше нас ждет фильтр Camera Raw, который также подгоняет все по цветовой гамме, повышает насыщенность, текстуру, ну и все. Вот как раз сейчас происходит манипуляция с фильтром Camera Raw. Добавляю виньетку, зернистости немного, повышаю контрастность, световые элементы и так далее, чтобы создать насыщенность картинки. И в самом конце я решил добавить текстуру бумаги и наложить ее с помощью эффекта наложения Dissolve. Придать еще большей яркости и насыщенности картинке, но при этом саму бумагу я opacity понизил, чтобы не так ярко было и вычурно, что ли. Ну и в целом вот результат, смотрите.